ночной с 8 часов и полыться грехов навернуть в Балтийские воды. Я пил кофе, и я был готов, что не скажете, кто спешил, как дурак, на работу. Я тут же пошел на балкон, хотя в доме моем отродился небывалый балкон. Кофе, трубка и Армагеддон, неплохое начало для этого. Радио Армагеддон, слушай радио, в эфире радио Армагеддон, это радио Армагеддон, слушай радио, в эфире радио Армагеддон. Ты думал, что ты здесь один, теперь ты увидел, что ты был всегда вместе с нами. И помнишь, немало картин, смотри, это звезды бессмертия горят под холмами. Мы движемся рядом с тобой, и ветер победы ликует и бьет наши крылья. Вот и закончил с собой, а мы даже не поняли, в чем были наши усилия. Радио Армагеддон, слушай радио, эфире радио Армагеддон, это радио Армагеддон, слушай радио, эфире радио Армагеддон. Зачем ты играл против нас в этом театре абсурда? Вот и закончен выбег, а ты так и не смог научиться приветствовать утро. Нам не нужен твой мир, мы не покушались на хлеб твой и мокрые слезы. Вот и закончился мир, теперь ты любишь, мы не представляем угрозы. Слушай радио, эфире радио Армагеддон, это радио Армагеддон, слушай радио, эфире радио Армагеддон, радио Армагеддон, слушай радио, эфире радио Армагеддон, это радио Армагеддон, слушай радио. Радио Армагеддон, слушай радио, в эфире радио Армагеддон.
американских интеллектов. Осенью в 400 милях от Ирландского побережья была обнаружена затопленная яхта со сломанной мачтой. Людей на судне не оказалось. Синей воде, вдаль по синей воде, вот плывет моя лодочка, вечно в воде, вдаль по синей воде, воды славы просто никто, воды славы я только движение весна, или души рыбы парят за кормом. Затерявшись в буре, далекой
вселенной, чтоб свет был мирный, свет нетленный, а волос презренный на небе. Старейших членов Ордена Праведников, сам Пророк. Таня, спасибо. Итак, друзья мои, Масов написал «Свет». На белом свете, как мы все с вами знаем, во все времена маги и пророки приводили людям королей и королев. Я считаю, что мы с вами не будем отступать от вечной традиции. Поэтому сегодня, здесь и сейчас, Его Величество Случай, дланью маэстро, укажет нам на короля и королеву бала Ордена Праведников! Итак, все готовы? Это у нас кто, король или королева? Он! Он! Хорошее число. 17! Друзья, деревянные номерки вам раздавались не случайно. Я прошу мужчину с номером 17 подняться на сцену. Проверяем карманы.
Друзья мои, Его Величество случай сделал свой выбор. В качестве приза король и королева бала получают две вещи. Первое. У директора группы великого Владимира Красикова вы можете выбрать любую футболку на свой вкус. Проходите и получайте. Две! Что удивительно! По штучке! И самое главное, футболки – это вещь материальная, значит, исчезает. Вы получаете бесплатный проход, каждый из вас, на презентацию альбома. 10, 10, 20, 20. Последний аккорд. Мы бы не могли называть себя, да, Сергей Александрович? Не могли бы называть себя мудрецами, если бы отдались только на волю. Если бы отдались случая. Боже. Это лишнее. Это лишнее. Да. Поэтому, как мы и анонсировали, обещали, а оргия праведников всегда держит свое слово. Приз за лучший костюм. Это выбор жюри. Я его только озвучиваю. Я прошу подняться на сцену человека с номером 0. Эксклюзивный артефакт, он же плед, от оргии праведников. Спасибо всем большое. Ну что, продолжаем жечь? Ребята, я не сказал, нам подарили... Вы видели некий странный конверт, когда мы уходили со сцены. Ребята, там была картина. Это, наверное, лучшая картина на тему песни «Танец Казановы», которую я только в жизни видел. Со сцены ее показывать бессмысленно, она невелика размером. Но я думаю, что все вы у меня в друзьях, группа «Оргия праведников» тоже в друзьях, ВКонтакте. Мы ее сфоткаем и обязательно опубликуем. А человек, который ее написал, мой персональный низкий поклон. Это лучший Казанова из всех, кого я видел, потому что картиночек с Казановой нам дарят немало, но круче этой не было еще ни одной. Спасибо.